Так, приветище, Амигос. В этой серии, значит, будем добиться насмерть с Каламитом. Посмотрел про ритуал, который нужно выполнить, чтобы этого боя достичь. То есть, босс такой, не просто что ты шел. И дракон на тебя напал. Дело в том, что он сначала летает, его можно убивать только из лука и очень долго и очень трудно. Вот, либо выполнить следующие процедуры. Найти ключ от башни, где сидит кузнец. Перед этим сначала нужно повидать самого Каламита. Чтоб... Ну. Дабы кузнец знал, чего вы от него хотите. Сюда есть какой-то более научный спуск в это место, но я не знаю, где он. Поэтому воспользуюсь этой срезочкой. Чем ходить, искать, как тут спуститься, как подняться. А, вот эти сталактиты, это значит жертвы Каламита. А вот, видимо, и дорога. Куда вот она идет? Ага. Вот, сука. Прямо у лифта. Берегись, дракон. А, чё, берегись, дракон. Его и ищем. Берегись, дракон. Вот тут кто-то лес заготавливал, видимо. Да ёб твою мать. Херак по башке. Вот. Интересно, зачем бревна, если поселок не бревенчатый, а каменный? Ну, печки, наверное, топили. Странно, что деревья вроде наверху, а стволы внизу лежат. Может, это была когда-то глубокая река, которая почему-то... Да ёб твою мать, откуда ты взялась-то? Вот, река почему-то высохла и превратилась в ручей. Сомневаюсь, что виной этому Каламит. Может, я заблуждаюсь? Нужно друг. Какой друг? Человек, собаки, дрюк. Это знают все вокруг. Ну? Где этот... Каламидзе-то. Фекальный ты дракон. Все, засчитано. Что я его видел. О. Ништяковый жук. Сука, куда он делся-то? Пиздюк, блядь, унюхал, что ли? Засранец в натуре. Ништяконосный жучок сдриснул. Мне эта лестница почему-то рельсы напоминает, поставленные вверх ногами. Здесь очень много лута лежит. От всяких рыцарей, которые, видимо, пытались одолеть. Это животное, которое боятся даже Ванор-Лондо. А чё его бояться, если тут Манус жил? Кстати, я в группу скидывал видео. О, блядь. О. Понятно, засчитано. Я скидывал в группу видео босс, где боссы дрались с боссами. Так вот, Каламит побил Мануса. Каламит вообще всех побил. Поэтому есть серьезные подозрения насчет того, кто именно самый сложный босс в этой игре. Я думаю, что это каличный Каламит. Каламет, ёптать. А, тут теперь надо идти к кузнецу, короче, как я понимаю. Ключик я уже сходил, взял, да, действительно. Без всяких гайдов этот ключ чисто случайно найти, ну... Ну, надо быть очень любопытным, скажем так, чтобы туда запрыгивать. Чтобы бежать по этим лесам строительным, нажать кувырок, попасть в эту комнату. А, туда, кроме как через прыжок вот этот, не попасть. То есть, довольно тупо они это сделали. То есть, ключ-то важный для убийства боссов DLC-шки. Они его взяли, заныкали где-то. Но это бред, по-моему. Нельзя, как бы, можно прятать в таких местах какие-нибудь мечи-кладенцы, там, я не знаю, что-нибудь такое, но... Прятать там вещи, необходимые для прохождения, важные, это бред.
Привет, сумасшедший. Тут, кстати, на арене появилась какая-то баба у могилы. Я пока к ней не подходил. Но я так понимаю, что это могила Арториаса. Как она такого здорового чувака смогла похоронить в такой маленькой ямке? Подождите, а что это? Волосня какая-то лежит. Вот это волосы Арториаса, что ли? У него, это, как его, плюмаж? Плюмаж с его шлема, видимо. Это же ты? Душа человека, что пал здесь? Вернуть его душу? А отдать душу Арториаса ей? За эту душу можно получить его меч. Меч бездны он называется. Херня в том, что он требует 18 единиц интеллекта и 18 единиц веры. То есть, сколько очков нужно вбить, чтобы одеть этот сраный меч. И он бонусов от этих параметров в итоге не имеет. C от силы, C от ловкости и 160 дамага стокового. То есть, говнище полнейшее. Поэтому забирайте. Ей можно пиздюлей, кстати, дать и забрать ее сет. Вот этот. Тряпье. Она должна была дать только один кинжал, насколько я помню, но теперь она дала мне два. Давайте посмотрим, что за ножички. Так, золотой 130 и 150. 25 ловкости и на то, и на это. О, нифига от ловкости SEA. Нихера себе, я так понимаю, что это лучшие кинжалы во всей игре, судя по всему. Интересно, где меч такой найти? Но с двумя кинжалами я не знаю, что за извращение сможет играть. Это же без щита, без блока, еще и в легкой броне. Чё-то подозрительно как-то. По-моему, верный путь. Верный путь к сливам. К очень жестоким сливам. Ну не, ну дамаг будет. Дамаг будет очень сильный, но защиты-то не будет. Странно. Никогда не пробовал играть с двумя оружиями. С оружием в двух руках, с дуалами. С двуручным без щита пробовал, говно полное. В тяжелой броне еще можно что-нибудь тащить, а? Это и есть лук, из которого будут сбивать дракона? Вообще интересно. Его можно, этот лук, выбить, если убить этого чувака, вроде как. Как главный герой будет из него стрелять, интересно. Ногами что он делает? Яйцеподобные камешки. У него немножко броня похожа на хавиловская. Вот на плещень, как у Хавила, шлем похож. И он слепой. Видите, у него глаза запаяны или заварены. Ну как, с незапятнанной честью? Я ему вломил. Старый и слепой. Чем барыжишь, ты, друг мой? Косточка возвращения. Так, косточка извращения. Что-то у меня не заканчивается. Осколок титанита. Борода, борода. О, большая стрела Гоха. Одна. О, ну и цены. Ты давай это. Рыцарь, нихера ты рыцарь. Гордость, ненависть и ярость — это лучшие чувства. Great waves of nostalgia. There's very little to be said. What good is a dog with no hands to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Интересно, как он попал в эту башню? Неужто через эту маленькую дверь? Ты, ёб ты, дурак, что ли? Иди, блядь, дракона сбивай, ёбаный ты. Что за хуйня? Бля, как я ненавижу их DLC-шки тупорылые. Как они, блядь, их сделали, ёб твою мать. По-албански. Я так подозреваю, что сначала надо было попиздеть с Гохом.
АО. Наконец. Надо отойти было на два шага. В плену. В каком плену? Я ему хочу, блядь, вломить. То есть куча богов, которые победили кучу драконов, боялись именно Каламита загневить. Чушь какая-то. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch. Службу Арториус. Гох сражался с драконами. Давай, Гох, покажи, что ты не лох. Good, good. Act, and I owe thee much. А, вот теперь покажут, наконец, со второго раза. Нихера с него перхоти насыпалось. Интересно, он у нас звук, что ли, вычислил? Гох. Ебать такое копье. Тополь пошел. Да. Даже могучий Анор-Ландо страшился гневить его, а Гох встал и одной стрелой его угрохал. Вот классно. Летучая мышь переросток получила свое. Остальное в твоих руках. Жду хороших новостей. А, битва за дракона, главное призвание рыцаря. А, я так понял, что Каламит не огнем дамажит, да? Он дамажит какой-то фигней. Тут, кстати, писали, что Каламит типа последний из драконов. Но это прошлое. А в будущем... Ну, герой же сюда из будущего попадает. В будущем Каламит не летал. Видимо, кто-то, видимо, значит, убил его. Имеется в виду, видимо, что герой его и убил в прошлом. Не знаю. Что-то у меня мозг плавится от этих раздумий. Теперь снова туда идти. Вот классно-то. Обожаю туда-сюда ходить в этих играх. Так, это все молится тут. Интересно, вот она отдала мне два ножа. Мне кажется, самое время на нее напасть. У нее теперь нечем со мной драться. Вопрос только в том, насколько хороши ее тряпки и нужны ли они мне. Так, я специально не телепортировался к костру, собаки не ожили. Значит, можно ходить. Тоже не самый ближний путь к боссу, конечно. А побегать к нему придется так или иначе, потому что, ну, это не тот босс, которого можно с первого раза завалить. Хотя есть уже на канале умельцы, которые пишут, что они всех на свете боссов с первого раза поубивали. Но, блин, чуваки, вы же понимаете, что вам никто не верит. Типа, пришел, увидел Маноса, убил и не заметил. Ну, напишите в комментах, кто-нибудь верит, что есть такие люди. А, нужно друг, нужно друг. Нахрен мне друг, я Мануса убил. Со мной никто не сравнится, даже Каламит. Каламит вообще... Я так понимаю, теперь со стрелой в спине он будет похож на того каменного дракона, которого в DLC-шке второй части убивать пришлось. Но там я один его убить не смог, конечно. А он сюда к лестнице не подойдет, чтобы я на него спрыгнул? Чё такое? А, вон он. Нифига такой валакас идет. Дай лут соберу, дай лут соберу. Ох, ёб твою мать. Пробил щит, ты посмотри какой, а. Вот конь, блядь. Сука, ты же не должен летать. Чё происходит? По копытам, ёб твою мать.
Черный дракон. Одноглазый какой-то дракончик-то. Сука, когда его бить-то я не врубаюсь? А вот сейчас и бить. Понятно, провоцируем его на плевки. О, блядь, что это? Слушай, дружище, ты не охуел? Это что такое, блядь? Ты еще и телепат? Чарльз Завьер, ты ли это, блядь? Вау. Вот это было ловко. Надо мной какой-то глаз появился. Око Саурона, блядь. Похуй, цунами, Саурон с нами, нет! Не достал. Как так-то? Да ты заеб, блядь, сколько у него тупорылых ударов. Это просто пиздец, какое дерево. Летать он не будет. Что-то он летает, ему похуй, по-моему, на эту стрелу. Интересно, от его магии... Он же тоже магии тьмы дамажит. От него, от этой магии спасло бы кольцо. А, подвеска это Арториаса. Кстати, интересно, а с выступа я точно не могу на него прыгать? Там, конечно, мои 18 тысяч душ лежат, но... Ссал я на эти 18 тысяч. Уже их даже на левел не хватит. Так, вот он Каламит. Его можно из лука, получается, обстрелять, что ли? Сюда-то он не взлетает, я так понимаю, да? Охуеть, они это продумали. Ёб твою мать, они все продумали. Можно, можно сверху бить, пожалуйста. Короче, это очень было бронированное животное, судя по тому, что по нему дамага очень мало проходит, гораздо меньше, чем по манусу, в два раза примерно. И у него еще набор, ну, очень неприятных атак, вот типа вот этой. По яйцам. Сука. Прыжок не сработал, долбанный. Ну, что делать будешь? Ничего не будешь? А, мы тебя полапим. Ай, блядь. Я уж думал, он сейчас какашку меня закопает. Сука, метка, блядь. Мерзкое животное, бля. Я охереваю. Вот у него набор, а. Давай что-нибудь новенькое. Блять. Вот поливает, сука. Пизда мне. Нет, я еще жив. Да заебал ты. А. Фу. Дал личкануться, ты посмотри какой. Так, от этого можно уворачиваться, если быстро. Можно даже и от этого. Да, блять, еще хвостом, что ли, бьет. Пидарас. Сука, вот у него мувсеты, бля, вообще. Я так понимаю, что самая тема это стоять, сука, под ним. Блядь, ну тогда он взлетает и вообще пиздец. Его взлеты это вообще, блядь, труба. Ну давай что-нибудь. Да это хуй там плавал. О. Ой-ой-ой. Хорошо, хоть это не так далеко дамажит. Пошел нахер. Блять, почему цель-то отпускается? С глубины-то хоть нету, тонуть негде. Ну давай, животное, бля.
Вот сука. Блять, хорошо, что он не такой дальнобойный, как это может показаться. Заебал, блять, слышишь, нахуй, спамщик, блять. Да ну опять что? Так можем до Китая добежать, слышишь? А, о! Жалко, ты, блядь, головой об скалу не ёбнулся. Было бы неплохо, на самом деле. О, сильнее, сука. Блядь, только нет, дерьмо. Пиздец. Полностью снимает щит. Но дамага вроде не вешает. Блядь, ну это вообще, вот нахуй этот скилл ему нужен. Петух, блядь, замызганный. И что это за баф он вешает? Чё глаз-то делает? Ни хера не понимаю. Вот это был классный удар. В его исполнении. Почаще бы он так делал. Да не так, сука. Но мувсет похожий, что самое отстойное. О-о-о. Ну что ж, биться с ним можно. Хоть и сложно. После этого... Ага, это отскок с огнем. После этого он подлетает, да? Я пытаюсь понять, на что его можно провоцировать, а на что, сука, не нужно провоцировать, господи. Так, ну это... Это грамотно. Блять, вот это хуёво. О! Что-то он забыл звякнуть еще разан. Блять. Бум! Удар очком. Ну, удар очком, удар это. О, вертухан. Ну, пока вроде получается. Давай, делай что-нибудь, тварь. Как насчет полетов? Как насчет полетов? Если он летает, значит все норм. Тихо, тихо, не затопчи меня, только на тупую. Бледеныш, а? Ну, сука. Ну, вот это вообще нахуй ненужная херня, я считаю. Что босс и без этого, блядь, мог бы нормально, сука, жить. Отлично, полечились. Ну ты будешь летать или что? Упырина голимая, блядь. Тупое, блядь, животное, сука. Да. Его хуй на чё спровоцируешь, походу. Дебила этого. О, как заблочил. Блять. Нет, 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 нет. А, боже мой, один удар, сука, боюсь. Да, тварь, ёб твою мать. Сука, с какого? С третьего раза убил? Ну, нормально. У Мануса магии это покруче, посложнее. Ух ты, кольцо бедствий. С него не душа падает, это кольцо? А душ сколько за него дают? Нисколько? Чё-то не... А, вот, 60. А за Мануса 50 дали, смотрите-ка. Интересно. И чё с кольцом? Кольцо, зачарованное оранжевым глазом Каламита, удваивает урон, который получает его владелец. Бесполезное кольцо, которое никому не нужно, лучше держать его спрятано. Я чё-то нихуя не понял. Это и чё это? Кольцо двойного Ван Дамма, ёпта. Это чё за прикол? Нахер оно нужен-то? Чё за бред? Это чё за награда такая? Могли бы меня сразу нахуй послать. Наградили, ёб твою мать. Если бы только Соколиный Глаз был здесь.
Соколиный глаз это Чингачгук, что ли, или что? Там внизу виверна должна была плавать в прошлом, если она уже была. Больше здесь ничего нет. Я что-то ни хрена не понимаю. Это что за... Ни души с каламита не выпало, ни лута нормально. А, может... Может, надо Гоху принести кольцо, и Гох его перекует в кольцо Саурона? Гох же просил, он сказал, что он ждет хороших новостей. Я думал, что с каламитом будет потруднее, но... Я заметил, что... Такую вещь, что чем больше... Чем больше размер у босса в этих играх, в Dark Souls'ах, тем проще его на самом деле убить. Но что, конечно, не касается древнего дракона, который просто пидорас. Всех остальных... Ну там просто фишка древнего дракона была в чем? В том, что долгое время люди не знали, куда можно убежать от его ссаного пламени. Пытались бежать в сторону его хвоста, но те, кто не был раздет до трусов, чтобы очень-очень быстро бегать... Те добегать и не успевали. Сгорали сразу в ваншотном пламени. Вот, но в итоге нашли место между когтей на правой задней лапе, где можно просто его стоять, бить, и он ничего не делал. Я, по-моему, пофиксили эту фигню в переиздании игры. Он теперь, если так делать, взлетает и опять-таки жарит огнем, но площадь самого огня, по-моему, тоже порезали. Теперь от нее гораздо проще убежать, от этого огня. А если и заденет, то, по-моему, уже не ваншотит. То есть, по-моему, серьезно ослабили дракона. Но это мои личные наблюдения. Возможно, я ошибаюсь. Это не точный патч-ноут. Так, ну, а, собственно, все. С DLC-шкой можно прощаться. Больше тут никого не осталось. Я выкосил всех. И хороших, и нехороших. Кузнеца можно завалить. А эта бабенка куда-то сдриснула. Положила ему розочку. Или была розочка? Печаль. Да чё печаль? Ну, осколок какого-то камня ему вместо надгробия воткнули. И будь здоров. Странно, что Сиф, да, сюда не пришел. Сиф. Имя волка. Это, наверное, сокращенно от сифилис. Сиф. Средство было такое для мытья плит, по-моему, и унитазов. Сиф. Отмоет ржавчину. Так, я надеюсь, что я сейчас что-нибудь сделаю с этим кольцом сфинктерным, потому что, бля, я что-то не врубаюсь, нахрен он нужен. Может, его в гнездо этой вороне надо положить? Гох, зацени, какое говно мне упало. Да, ты сомневался, что ли? Да, повелитель Гвин так благословит, что охереешь. Зверюга больше не взлетит. Мне он не нужен. Но мне он тем более не нужен. Засунь его в чаечку. Большой лук Гоха. Интересно, в будущем этого кузнеца нету. Куда он делся? Погиб? Слышишь, что с кольцом делать, ты? Резьба по дереву? Ты камни ковыряешь? Он упоминает кузнеца, я так понимаю, того здорового из Анорландо. Машет молотком, кует дерьмовое оружие из душ боссов. Все, больше он ничего не говорит. Я ни хера не понимаю, что это за кольцо? Нахер оно нужно? Это надо ему на своего врага одевать, ёпта, что он кольцо бестий, пиздец. Из каламита. Чё-то каламит-то сам двойной урон не получал. Может, тут какая-то разводка есть? Ладно, потом разберусь, короче. А, чё за лук-то? Большой лук Гоха. 85 дамага, блядь. Это что за... Еще и 20 ловкости. Большой лук для охоты на драконов Гоха Соколиного глаза. А, это он Соколиный глаз. Одного из четырех рыцарей повелителя Гвина. А кто другие два рыцаря были у Гвина? Три, то есть. Арториас. Арториас, Гох. И еще два каких-то хрена, видимо, которых в игре нету. А может и есть, а может и нет. Но вряд ли это Арнштейн, драконоборец, Смоук, палач. Хрен его, короче, знает.
Да, лук, я думал, тут дамаг будет, как у ракеты Тополя, а тут что-то я что-то вообще не врубаюсь. Как у большого, как у... Блядь, да хуй. Как у он, как у арбалета какого-нибудь. Все, короче. На этом хэппи-энд. Довольно-таки простой босс оказался, хоть и мощный по первости, но был уделан моей могучей секирой. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Например, по это сфинктерное кольцо. Все, адьё.